проект «Демография». Всячески стимулируем наших мам и пап подумать о детях. И это очень важно, потому что в каких условиях появляются на свет наши детишки, от этого во многом зависит и наше решение заводить второго, третьего и так далее детей. Безусловно, с появлением госпиталя группы компаний «Мать и дитя» на нашу тюменскую землю приходят новые медицинские технологии, новая организация медицинских услуг и, конечно же, новая корпоративная культура.